Что ж, мы продолжаем прохождение игры Alien Isolation или Чужой Изоляция. И сегодня у нас будет миссия поговорить с Марло. Так, ничего не забыл, где этот Марло? Марло? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострома летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рикли. Только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Выкладывай, чужой не единственный ваш враг на станции. Пытаются выжить, не трогайте их, они тоже не тронут вас. Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Да, вас не слышит. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь покажу? Так, хватит придуривать. А ну все собрались. У нас важная задача. Неожиданно, неожиданно. Где мой прибор слежения? Это вообще не я. Идти к источнику сигнала. Мне интересно любоваться на твою спину, но ты мне мешаешь, дай пройти вперед. Все равно толку от тебя нету. Дать мы от лица. От лица Марло играем. Пошли. Видеть ничего не надо. Главное, координаты есть. На такой планете долго не протянешь. Так что если это сигнал бедствия, живых там уже нет. И все, что найдем, наше. Так. Еще слабое место. А вы ждите здесь. Слышь, в смысле поищу слабое место? Куда мне идти-то, э? Самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Нашел проход. Пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Скорее всего, мне наверх. Так, все выше и выше и выше. Так, где тут что есть?
Погодите, я вроде что-то нашел. Угу, мы не туда. Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. О. Круто, мы еще бомбу с собой носим. Нажми ПКМ. Где эти ребята-то? Ну вот они. Идут в своих скафандрах. Ну, ладно, пошли. За мной. Аист, подойди, подсади меня. Бьем. Ну-ка, давай. Давай, давай. Где, чё? Куда? Ну, отлично. Прибор слежения помогает выжить, и не пренебрегайте им. Вечно прятаться невозможно. Опять мы с друганами. Так, я не последний, надеюсь, но нет. Найти источник сигнала. Продолжение. Да чё я опять иду в середине? Ты можешь мне дать пройти, а? Ты? Мужики, мне надоело в ваши спины упираться. Ну-ка, отойдите. Смотрите на планетный корабль. Идем по какой-то кишке непонятной. Добра от этой кишки не жди. О. Полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Вы ищите, что еще тут есть.
Следы? Тут что-то нащупали. Но это не все. Я правда, что... Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом месте. Снова. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то был, почему находка не зарегистрирована? Если они живы, то ни хрена не получат. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Э, Хайст, я не залезу туда один. Давай подсаживай. Давай. Давай, давай. Давай. О, отлично. Отлично, отлично, отлично. Чего? На этот раз куда я иду? Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Отключить аварийный маячок. Да не очень это на маячок похоже. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Ларго, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. Да, если бы ему руку оторвало бы. Засовывает руки не туда, куда надо. Они уже соорудили эту лебедку для спуска. Быстрые товарищи. Да мне. Ну, ребят, молодцы. Залезть сюда не могу. Местечко-то зачетное. Давай, встегивайся. С какой стороны пристегиваться ты? Мысли, с какой стороны мне пристегиваться-то? О, тихо. Охренеть!
Я туда не полезу. Где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уитс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Это девка, случайно, которая... Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Я не посмотрел, что там еще есть. Так, какой-то паразит. Уитс, это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синклера и как такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили. Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Она еще не зарегистрирована. Нелегально. Ну да, точно, она же в операционной была. Это Рэнсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Вот так. Тварь хотели поймать, и в итоге ничего не вышло. Это
без сознания. Ничего у них не вышло. Так, ну вроде я тут все подобрал, все осмотрел. Откройся. Тут еще что-то даже есть. А тут что сделать можно? Может, тут что-то лежит где? Зачем мне эта комната? Зачем мне ее открытую показали? Оставили. Тихо. Может, на сидушке где-то что-то лежит. На кресле точнее. Так. Так, вот еще что-то открытое. Так. А, батарейки. А почему я... А у нас фонарик не разряжен. Так, правая ловушка больше нет. Первая ловушка... Уэйтс, мы оставили без одной ловушки взрывчатка, которую мы заложили в жилой башне. Сдетонировала, мне сообщили при повреждениях в терминале космопорта. А этой твари хоть бы что. В Сан-Кристоболе какая-то активность, может, существо вернулось туда, добраться до транзитной станции, научной и медицинской башни, только бы сенсоры в приемном отделении еще работали. Значит, вот кто чуть не угрохал меня. Теперь мне все понятно. Кто меня чуть не угрохал? Пока. У меня важная миссия, так. Закрыто. Так, тут что? Шприц, батарейки для фонарика. Все это бесполезно. Так, нам надо на станции добраться до станции. Вы идете? Да. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмюэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача — убить тварь. Ну так, Сэмбельс оказался андроидом. В смысле, что это за дверь? Я что-то ее здесь не видел. А, нет, даже видел. Видел я ее, когда прибывал сюда. Так.
Я в технобашне. Так, ну что ж, давайте на этом завершим нашу серию. Мы в технобашне Лоуренс, продолжать мы будем уже в следующей серии. С вами был Виктор, всем до встречи, всем пока.